Лига так. Это так. Вера – это Божье чудо, святое чудо Божье. Спасибо, Господь, спасибо Тебе за все, спасибо. Благодарю Тебя, благодарю. Слава Тебе, слава, слава, слава. Слава, слава Агнцу Божьему. Слава, слава Агнцу Божьему. Возвеличен Ты, достоин славы всей, велик наш Бог на троне. Поем Тебе хвалу из сердца своего, велик и славен наш Господь. Аллилуйя! Слава, слава Агнцу Божьему. Аллилуйя! Слава, слава Агнцу Божьему. Возвеличен Ты, достоин славы всей, велик наш Бог на троне. Поем Тебе хвалу из сердца своего, велик и славен наш Господь. Слава, слава Агнцу Божьему. Аллилуйя, аллилуйя, слава, слава Богу Святому, друзья. Слава, слава, слава Агнцу Божьему, слава. Аллилуйя, аллилуйя. Благословенный Царь наш, благословенный Бог наш, благословенный Искупитель наш, благословенный Целитель наш, Освободитель наш, слава Тебе, слава, слава. Благодарю Тебя за кровь святую завета вечного, Нового Завета через кровь Иисуса Христа, через святую кровь Твою, Господь, слава Тебе. Слава, слава, слава. Ольга, да, добрый вечер, дорогие братья и сестры. Марина, добрый вечер. Шалом, братья, да, сестры. Друзья, все, кто присоединился уже, добрый вечер всем. Благословений Господних всех вам, возлюбленные дети Божьи. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя! Слава Тебе, Господь, слава! Слава Богу! Да, друзья, добрый вечер, добрый вечер! Сейчас слушал это свидетельство, потрясающее, извиняюсь, потрясающее свидетельство, вот, вот, и... Да, у меня, конечно, не было такого негатива. Оно идет час где-то, да, но... О, очень сильное свидетельство. Бывшего мусульманина с пастором Александром Шевченко. Алекс Шевченко, да, программа «Угол». «Угол Министри». Слава Богу за Алекса, слава Богу за его служение великое, да. Очень много таких потрясающих интервью он взял у разных очень служителей, очень разных христиан. В том числе и у меня, у вашего покорного слуги, тоже брал интервью. Давно еще, он еще не был пастором, но вел эту программу уже «Угол Министрис», да. И в 98-м году
записывали программу, в 99-м она вышла уже, да, и давно уже, давно, много лет прошло уже, но я с удовольствием многие программы смотрел его, и знаете, вот эта программа, которая сегодня я вот познакомился с этой программой, я ссылку эту видел уже где-то, но как-то не удосужился открывать ее раньше. А сегодня открыл ее, потому что, смотрю, моя, жена моя, да, Инна, уже разместила у себя тоже на странице. Я тоже видела с вами угол, Валентина пишет, да, слава Богу. Это Ирина пишет, вчера слышала свидетельство, поразила, слава Богу, да. Да, друзья, братья, сестры, да, программа «Угол», кстати, с моим участием программа, да, она стала такой хитовой, вот, и я когда был там уже у них в Сакраменто, снимали это здесь, мы в Киеве все, вот, а потом, когда побывал у них в Сакраменто, значит, то они мне, ребята эти говорят, что, говорит, ваша программа, она побила все рекорды по продажам, говорит, вообще, тогда были кассеты еще, кассеты, это потом уже диски пошли уже, да, вот, и программа вот с Магомедом, с Магой, да, он, значит, бывший мусульманин, чечен, из Бельгии, он был вынужден вообще уехать, потому что, где жила вся семья его, да, потому что, ну, он уверовал, он уже не мог уже там находиться, да, значит, даже и небезопасно было. Я слышал это свидетельство, сейчас слушал и вспоминал, как во Франкфурте на Майне у пастора Юры, значит, Брюнера был я в гостях, не раз уже бывал у него там в гостях, я у них в церкви проповедовал. И пастор Юра, и там братья с его церкви рассказывали, у них тоже один чечен покаялся, и я о нем как-то тоже свидетельствовал вот в этих эфирах утренних, вечерних, или утренний, или вечерний эфир, не помню уже даже. Вот, и знаете, ну, того брата убили, да, во Франкфурте на Майне убили его, да. Вот, и хотя на суде вот убийцы, они признавались в том, что перед тем, как они с ножами бросились на жертву свою, да, они видели лицо его как лицо ангела. Вот, но судья расценил это как умопомешательство даже вот этих убийц, что, значит, даже там кого-то на лечение отправили, психушку, значит, знаете ли, потому что это кажется на самом деле сверхъестественно для человека, неестественно. Вот, но члены церкви, да, значит, от пастора Юры и сам пастор Юра, когда были на суде, то потом рассказывали, что вот мы были как будто в деяниях апостолов, как будто во времена деяний апостолов, когда вот, да, значит, как ангел, как, он был как ангел для них. Он свидетельствовал о Христе, об Иисусе, вот, о живом Спасителе. Это удивительно, друзья, братья, сестры, это действительно удивительно, да. Есть религия, да, христианство, ислам, много других разных религий, но Иисус – это не религия. Иисус – это не религия. О, вот те, кто не смотрел еще программу вот, с Алексом Шевченко, у Алекса Шевченко с этим бывшим мусульманином Магой, Магомед, то посмотрите, вот еще раз удостоверитесь, что в том, что Христос, Иисус, это не религия, это действительно живой Спаситель, живой Господь. Кстати, Мага сказал, что 70-80% примерно, значит, мусульман, кого он там знал, знает, вот, пережили свое обращение, переживая Христа во сне. Потому что наяву не достучаться порой до сердец человеческих, наяву порой настолько закрыт человек, что как в танке, в броне такой, знаете ли, духовной, ну, в негативной броне. Вот, и Бог во сне находит такие возможности и приходит в жизнь человека. Это удивительно, друзья. Потому что во сне мы те же самые, тот же самый человек, я, тот же я, что и наяву, что и во сне. И во сне, и в яви, я тот же самый, но будучи в яве, да, то я часто являюсь как человек заложником каких-то культурных, национальных, религиозных таких убеждений, предубеждений,
каких-то религиозных своих там и представлений, да, а во сне душа человека, она более открыта, более как бы нежна, даже сказать, как не знаю, даже как вот именно более действительно открыта, да, для благодати Бога. Вот, и вообще открыто для духовного мира, будем так говорить, не только там для Божьего мира, безусловно. Но интересно, что да, ко многим мусульманам я вот много уже слышал тоже свидетельств, и сегодня слова Мага, вот слова Магомеда, вот значит, чеченца этого, да, покаявшегося, очень для меня стали таким хорошим, таким, знаете ли, напоминанием снова и снова, да, об этих вот мыслях, моих переживаниях, тоже молитвах. Был Рамадан, вот, да, тоже я молился, как раз вот тоже за мусульман молился, вот, за исламский мир, вот, и молюсь о том, чтобы, и продолжаю молиться о том, чтобы действительно Господь Спаситель наш, Иса-Аль-Масих, открылся сердцам миллионов-миллионов мусульман, миллиарда мусульман, да. О, Иисус Христос, Иешуа, Ха-Мошиах, Спаситель Господь наш. И ни в ком другом нет спасения, друзья, братья, сестры. Действительно, ни в ком другом нет спасения. Это не только в деяниях апостолов, это вообще в реальной жизни сегодняшней также. Абсолютно, это не только 2000-летней давности откровения, да, для того времени. Это откровение и для сегодняшнего времени. Да, братья, сестры, да, 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 еще раз, да. Только так, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись, которым спасены мы, которым спасаемся. Действительно, имя Иисуса, имя нашего Господа Спасителя. Аллилуйя! Славное имя Иисуса, славное имя Христа. Аллилуйя! Аллилуйя! Слава тебе, Господь! Слава тебе! Слава, слава, слава! Благодарю тебя за Магомеда, благодарю тебя, Господь, за его покаяние, за то, что за это интервью с Алексом Шевченко. Благодарю, Господь, что действительно ты в судьбе и его судьбе, Боже, и в его семье, и в судьбах миллионов мусульман ты совершаешь свои чудеса, совершаешь свои великие чудеса. И от просто... И от религиозных верований своих, да, от культуры религиозной, ты обращаешь нас к истине Слова Твоего. Господи, слава Тебе, Святой. Аллилуйя. 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 Господь, помилуй, Господь, благослови, Господь. Святой, Святой, Святой. Праведный Бог наш, слава Тебе. Ты действительно хочешь, чтобы все люди спаслись. Ты действительно хочешь, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Господь, и как в жизни Магомеда, да, Ты совершил чудо это. Соверши чудо, Господь Боже, в судьбах сотен миллионов мусульман, Господь, сегодня, в эти дни, Господь, Боже, слава Тебе. Слава Тебе и хвала. Благодарю Тебя, Господь. Благодарю Тебя, Святой. Благодарю. Да, друзья, как религия, конечно, ислам намного выше и чище, и культурнее, чем христианство. Вот, опять-таки, как религия, если брать христианство. Но Иисус Христос, Он живой Спаситель. Он живой Спаситель, на самом деле, да. И Иисус Христос – это не христианство, это не ислам, это не буддизм, ни что еще другое. Нет, Иисус Христос – это действительно жизнь. Это путь истинной жизни. Это не религия. Я знаю множество христиан, которые ничего общего с Иисусом Христом не имеют абсолютно. Поэтому я делаю вывод такой, да, что христианство – это не Христос. И Христос – это не христианство. Порой это диаметрально противоположные вещи вообще. Кстати, в русской культуре это очень хорошо подметил еще в конце 19 века, начало 20-го, Лев Толстой, да, граф Лев Николаевич. Он тогда это очень хорошо подметил, да, смотря тоже на жизнь,
наблюдая за окружающей жизнью, да, он пришел к такому тоже выводу, что действительно, да, что порой Иисус Христос и христианство – это порой диаметрально противоположные вещи вообще, да. Спасибо, Господь, спасибо тебе, Святой, спасибо, да. На Кавказе я проповедовал, когда на Северном Кавказе, в мусульманских народах проповедовал я не раз. И там уже в культуре народной быть христианином, это считается таким позором, вообще страшным позором. Потому что для, особенно в поселках, таких небольших городах, небольших селах таких, да, христианин, кто такой христианин в понимании, значит, да, людей, миллионов людей, это пьяница, это тунеядец, это неуважающий своих родителей человек, вообще не почитающий старших человек, вот, это морально деградированный человек, наркоман, как правило, алкоголик, и, в общем-то, никаких хороших ассоциаций у миллионов людей не возникает, когда говорят слово «христианин». Потому что обычно, да, вот если видят, там валяется там под забором там пьяница, да, ну это христианин, это тоже христианин, точно христианин. Вот, и когда я общался с братьями со многими, там, значит, и в мечети в том числе, да, и в мечетях, я говорю, что христианин это порой лишь название. Для меня христианство это сам Христос. Мое христианство это сам Иисус Христос. И сам Иисус Христос для меня христианство. Никак иначе. Не христианство как религия, как православие, протестантизм или католицизм или какие-то другие измы. Нет. Для меня христианство это сама личность Иисуса Христа. Мое христианство это сам Христос. И сам Иисус Христос является моим христианством. Ни больше, ни меньше, да. Потому что сам Он, Господь мой, Спаситель мой. И да, конечно, да, вот по милости Господне получалось. Я верю, и я это видел даже, нет, я это видел, как получалось по милости Господней разрушить такие неправильные представления вот в умах многих людей. Вот, и многие там, у одного карача я покупал там шапку, помню, Амина Миньямин Глена пишет, да. Я у одного карача я покупал шапку, наверное, видели мои записи некоторые, я делал в Туле, но она у меня в Туле осталась, такая шапка из горной козы сделана. Очень хорошая, кстати, шапка такая, выделки хорошие, домашние такой выделки. Из горной козы, вот, и эта горная коза, значит, вообще потрясающая, вот, ну, очень мягкая такая эта шапка. И когда жарко, в ней, значит, ну, свежо, в ней хорошо, очень комфортно. Когда холодно, в ней тепло, вообще, ну, потрясающе. Я, ну, ее можно носить и летом, и зимой, просто летом у нас в нашей культуре это не поймут, наверное, это, в общем-то, но очень хорошая шапка такая, да. И разговаривая с карачаем, с этим тоже, я как раз, он видел, что я священнослужитель, в рясе, с крестом на груди, у него покупаю, ему так интересно было, да, интересно, значит, что батюшка пришел покупать такую шапку. Вот, я говорю, да, вот хочу такую шапку купить, значит, тоже носить хочу. Вот, и тоже засвидетельствовал об Иисусе Христе, что, значит, что я христианин именно вот не потому, что я батюшка, не потому, что я вот в культуре такой вырос, нет. Как раз нет, а потому, что сам Иисус Христос является моим христианством. Сам Иса Аль-Масих, когда сам Иисус Христос, сам действительно Господь мой Спаситель, является моей верой, моим основанием, моим фундаментом. Аллилуйя. О, да, но, кстати, да, я тоже, как вот и Магомед заметил в этом интервью с Шевченко, что, да, больше половины всех мусульман, кого я знаю, да, вот, переживающих обращение, принимающих Иисуса как своего личного спасителя Господа своего, откровения свои важнейшие, да, переживают и вот такое божественное прикосновение, да, переживают именно во снах. Представляете? Не в яви, а во сне. Интересно. Я не знаю даже, с чем это связано, вот, но я просто смиряюсь пред Богом и благодарю Бога Всесильного за Его любовь. Он находит ключи каждому сердцу, Он находит ключи каждой душе, каждому из нас. И, наверное, многим мусульманам, особенно религиозно грамотным, как вот Магомед, вот чеченец, да, для религиозно грамотных людей наяву, наверное, очень сложно
осознать и признать Иисуса Господом, наверное, очень сложно из-за вот этих доктрин религиозных, да, очень сложно из-за культуры, определенной национальной религиозной культуры. Но когда мы спим, спит плоть, и вот эти одежды кожаные, они уже не так нас контролируют, да, то мы, настоящие мы, порой более свободны. Во сне мы порой более свободны, самое интересное. Вот, особенно для мусульман это 100% правда, на самом деле. Вот, и Христос находит вот, дорогу к сердцам людским именно во снах. Удивительно. И слушая Магомеда, вот его обращение, да, маги, вспоминал тоже свои вот эти моменты, когда вот Господь и во сне говорил, во сне учил меня всему. И спустя все эти годы даже было очень интересно вспомнить об этом всем сегодня. Я опять переслушивал как раз, и вот даже немного затянул, да, вот с этим эфиром чуть-чуть. О, спасибо, Господь, тебе за все, спасибо. Благодарю тебя за милость и благодать твою. Слава тебе, слава, слава, слава. Господь, да познают тебя все народы. Да познают тебя люди все, Господь, Духом твоим святым, любовью твоею, милостью твоей, благодатью твоею, Господь, Боже. Да, порой наяву не достучаться до человека, но ты во сне приходишь к сердцам людским, да. Ты касаешься своей любовью, своим сердцем к нашим сердцам. Прикасаешься своим сердцем к сердцу человеческому, да. И это производит такое действие, это производит такое чудо, что просто не пересказать, да. Господь, это просто не выразить словами на самом деле, да. Та любовь, которую ты испытываешь каждому из нас, которую мы можем почувствовать, прочувствовать, Господь, своим нутром, своим естеством. Это ни с чем не сравнимо. Ни с чем никогда не сравнимо. Да, действительно так. Да, да. И Мага говорил как раз, Алексу Шевченко как раз говорил об этих вещах, о культурных, национальных вещах. Я это прекрасно понимаю, да, друзья, приветики, Алина пишет, да, слава Богу. Потому что, прекрасно понимаю, потому что сам мое раннее детство прошло в мусульманской культуре. Не в религии, нет, о Боге ничего не знали. И, в общем-то, у нас была такая, обычные советские мусульмане. Да, мои хорошие, да, слава Богу. Вот, и религиозно не были так грамотны, но... Вот сама культура мусульманская, она давала о себе знать. И она с детства закладывалась, знаете, на уровне подсознания. На уровне подсознания закладывалась. И она настолько очень довольно жесткая и крепкая такая, что даже спустя многие годы, будучи уже христианином, да будучи священнослужителем, вот мне приходилось и приходится до сих пор порой, знаете ли, освобождаться от некоторых вещей. Вот. И я удивляюсь, насколько глубоки вот эти корни бывают в судьбах человеческих. У каждого свои какие-то, знаете ли. Вот. Но я вспоминаю, допустим, даже вот раннее детство, еще до школы, до того, как пошел в первый класс, потом первый класс я тоже, значит, вот у бабушки с дедушкой был часто как раз, да, и... У татарских моих, я имею в виду родственников, да, в мусульманской культуре, хотя не религия, да, мусульманская, да, то есть не было у нас там, значит, да, молитв таких там, все, и вообще знания о Боге не было таких, вот, знаете, но была культура сама мусульманская, сама вот исламская культура, и мои родственники в основном мусульмане, моя родня в основном мусульманская родня, и по матери я татарин, да, значит, мама моя в девичестве Ибрагимова. Вот, и, знаете, допустим, мой дедушка, бабай мой, да, значит, Гали Ахмед, он, ну, хороший человек, но в своей культуре, знаете ли, в своей культуре. Никогда с моей бабушкой они вместе не кушали, никогда. То есть это, ну, это
Это считалось как вот табу, знаете, или как вот осквернение, что ли. Не знаю даже, как назвать это, даже не осквернение, нет, не то. Не то. То есть это считалось вообще недопустимым никак, чтобы бабушка с дедушкой вместе, вот, допустим, чай попили. Вот для украинской культуры, допустим, да, для русской культуры это чудно, конечно, да, это странно. Здесь, допустим, вот в Украине, допустим, да, старики, допустим, бабушка с дедушкой могут вместе чай пить, кушать, да, и всю жизнь вместе кушают, и ничего, как бы, то есть не видят в этом никакого, значит, ну, не знаю, криминала. Но в той культуре, да, в которой я воспитывался в раннем детстве, это было категорически невоспринято, это вообще просто недопустимо, это просто невозможным было вообще, просто невозможным. Вот, и я помню такую вещь интересную. Уже мы жили в Украине уже, я как реформатор трудился, да, Лидия пишет, да, шалом, добрый вечер, вот, и получал откровение и освобождение от этих вот ересей, да, это очень серьезная вещь. А, вот, а, Светлана пишет, да, в Украине, по-моему, вообще матриархат, лол. Кстати, да, здесь наоборот. Всем привет, да, приветствую, да, привет, Светлана. Вот здесь наоборот, здесь как раз вот, да, здесь руки в боки, и мне все равно, где твоя тюбетейка, короче. Да, значит, как в том анекдоте, когда, значит, там мусульманин там женился на украинке и инструктирует ее. Дорогая, говорит, если я прихожу, говорит, домой, и моя тюбетейка вот здесь, значит, да, вот так вот, то, значит, у меня такое настроение, и будь готова к такому-то. Если моя тюбетейка вот так вот, значит, да, то, значит, дорогая, будь готова к такому-то. Если вот так вот моя тюбетейка, то, значит, будь готова к такому-то. Понятно? Понятно, понятно. Но, говорит, а жена ему отвечает, но, говорит, Галя, если мои руки вот так вот, в боки, мне все равно, где твоя тюбетейка. Вот так вот, да. Я слышал такой уже не раз в разных вариантах такой анекдот. Так что мне все равно, где твоя тюбетейка. Да, здесь другая крайность, вообще, здесь другая крайность, абсолютно другая. Мне это чудна крайность, честно говоря, до сих пор я не могу, ну, хотя большую часть жизни живу среди, значит, да, христиан, да, ха-ха, да, это точно, ха-ха. Вот, значит, большей частью живу вот в центральной России, значит, да, почти всю жизнь, да, значит, и вот в Украине. Но до сих пор я не могу принять это и понять это, честно говоря. Вот в Белоруссии бывает тоже, там тоже жуткий матриархат. Мужчины такие, ну, вроде как мужчины, да, но такие братья и здесь тоже такие обычно забитые. Ну, не то, что забитые, но, не знаю, они даже как бы и украинцы, и белорусы, допустим, значит, и русские, значит, порой много таких мужиков-то, неплохих таких. Но когда только одни мужики. Как стоит только ему с женой своей снова увидеться, он совсем меняется вообще. То есть дух другой совершенно вообще. Его все мужество пропадает куда-то вообще. Мой муж американец, и он тоже знает, что такое руки в боки. Светлана пишет, вау, неужели? А такая с виду мягкая, пушистая, а? Вот так вот, внешность опанчива, да. Руки в боки и все, да мне все равно твоя тюбетейка. Не, ну, если серьезно, то, конечно, да. Ну, а насчет американцев не знаю, я вообще мало знаю эту американскую культуру. Вот, знаю ли, что слышал такую вещь, что американцы многие, белые, да, американцы, берут жен часто сейчас этих азиаток с Кореи, с Индокитая откуда-нибудь, допустим, Вьетнама берут, значит, то есть, короче, берут именно азиаток. А почему, я спрашивал. Тоже, значит, спрашивал про, ну, некоторых проповедников, общались, американцы тоже приехали оттуда. Вот, они говорили, что потому что азиатки, они более покладистые и более такие покорные, вот, жены. Поэтому, значит, как бы, значит, да. А американок, даже с американками особенно каши не сваришь. Вот, значит, тоже руки в боки многие ставят. Не, ну, конечно, нет, я дело не в том, что руки в боки или что матриархат, патриархат, нет. Я сама не знаю, откуда такая стойка у меня появилась. А, это в крови, Светлана, это в крови, это дух, кстати, это серьезно. Это не то, что там, вот, это как вот ниндзя, допустим, какой-то, значит, да, он уже там не думает, какой прием показать. Это просто в нем проявляется, это просто этот дух этот. Вот, и здесь это то же самое, да, значит,
порой и русская жена, и украинская, и белорусская, значит, она такая покладистая, хорошая, все хорошее, а потом, значит, вот такая трансформация происходит. Вот, и, но я не к тому говорю, а то, что, значит, выросшим в культуре, в крови, да. Вот, и да, кровь надо почистить нашу, и вашу, и нашу, и всякую, да, и женскую, и мужскую кровь надо почистить на самом деле. Вот, и мне, допустим, надо были, нужны были откровения даже. Я помню, как вот с Одессы ехал, значит, автобусом на Киев, через Белую Церковь как раз. Да, точно, у меня дочка 3 года такую стойку делает. Я, Валентина пишет, да, вот 3 годика, да, а уже стоечка у нее, да? Уже боец, уже все, уже, да, боец. Ай-яй-яй-яй-яй. Ой, да, так что, да, у всех свои вещи. И, значит, кровь очищается наша. Очищается чем? Словом Божьим. Очищается действительно, да, пониманием этим, да, вот. Кстати, через почитание. Жена, почитающая своего мужа выше себя, муж, почитающий свою жену выше себя, это действительно, это в божественном замысле, знаете ли, это потрясающая картина идиллии, божественной идиллии, такой мира, настоящего вот благословенной, настоящей благословенной семьи. Потому что через почтение, да, нужно в Средней Азии пожить, Лидия пишет, да. Ну вот, порой да, наверное, да. Поэтому я когда сравниваю, если брать религию, допустим, христианскую религию или мусульманскую религию, то, честно говоря, ну, мне проще в мусульманской культуре жить, вот, потому что я, хотя большую часть жизни живу в христианской культуре, как бы, вот, но я не могу ее воспринять, честно говоря, до сих пор, потому что, значит, для меня непонятно, как это может быть, чтобы, значит, чтобы жена командовала. Для меня это не просто непонятно вообще. Вот, а жена может командовать мягкостью своей, да, значит, любовью своей, но вот так вот руки в боки, я это, не знаю, это просто, это взрыв мозга, это просто непонятная история совершенно. Знаете, я скажу, что для человека, наверное, это очень многое, все фактически, да, для человека. То, что закладывается в нем в детстве, да, но самое важное, вот как Мага говорил, в интервью с Алексом Шевченко, вот я сейчас это интервью пересматривал снова, значит, и просто удивлялся, действительно, как важно иметь откровение от живого Бога, откровение о живом Боге. И тогда, неважно, вот Алекс вырос, допустим, в христианской культуре, Мага вырос в мусульманской культуре, но они вместе в студии, они рассуждают, они говорят об этих очень важных вещах в единстве Духа. Почему такое стало возможным? Как такое стало возможным вообще? Потому что Божий Святой Дух, Он нас, действительно, Он меняет нас, Он обновляет нас. Это потому, что вы на своем месте, поэтому и жена на своем, без боков, да. Ой, ну, может и так, но, ну и так это есть. Но, знаете, друзья, я о чем рассуждаю, что действительно Божий Дух в нас, верующих, действует, да, могущественно. И это проявляется больше всего как раз именно вот, вот в наших вот отношениях. Это больше всего проявляется как раз вот, ну, вот в чуде нашей жизни, повседневной жизни. Фу. Но от мусульманских многих этих заморочек мне на протяжении многих лет освобождение было, да. Муж в семье старший, жена должна бояться, уважать, слушаться мужа, Алина пишет, да. И муж должен почитать тоже жену действительно выше себя. Вот. И я это осознавал несколько раз в своей жизни очень четко. Вот. И особенно когда вот несколько лет назад, когда вот в Кривом Роге это тоже было откровение, такое прям четкое такое понимание, что для меня честь быть мужем этой жены. Да, для меня честь быть. Да, это Бог оказал мне честь. Что это моя жена, да, но она дочь Бога, слушается Его во всем, кроме греха, да. И это дочь Бога, это она жена моя, но она и сестра моя. И это удивительно, да, это просто восхитительно. Не, ну, конечно, прямым там непосредственным потомком Адама, тогда вот, значит, в первых поколениях, да, это было гораздо проще понимать, потому что они все женились на своих дочерях, на своих этих, вернее, на своих сестрах, да. Вот с этого и начнем, с осознания, она пишет, да.
И вот это вот, значит, и вот тем людям почти 6 тысяч лет назад, им было проще это понимать, потому что они действительно, они замуж выходили за своих братьев, да, и женились на своих сестрах. Вот, и поэтому для него, допустим, для мужа тогдашнего, да, допустим, муж тоже должен совета слушать. Вот, и здесь даже дело не в советах этих, дом советов, да, мы выросли вообще в стране советов. Алина замужем, Алла пишет. Вот, ну да, была, пишет, была, да. Да, сестры, пока вы там решаете, я сначала расскажу такую вещь, знаете, что, ну вот, здесь дело не в советах. Лия и Рахель устроили Израиль, да, аминь, 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 да, да, это правда, это правда. Спасибо тебе, Господь, спасибо, спасибо, благодарю тебя, благодарю за все, благодарю, благодарю. О. Сегодня восхищаюсь Богом, и вот прослушав это свидетельство, не знаю, я вот тоже хочу Алексу написать по этому поводу еще тоже пару слов благодарности вообще за это интервью. Чего его раньше не послушал, интересно. Ну, всему свое время, видимо, да. И, знаете, вот, вспоминая вот про то, что моя невестка из России, Лиди, пишет, да, приехала в гости с мужем, пошли на базар, муж заговорил с торговцем, она, вот, там, не прочел, не до конца не прочел. Она вмешалась, ей сделали замечание, молчи, женщина, а... Не, ну да, но в разговор нельзя встревать, да, это точно. Если муж будет любить, жена будет стараться быть самой лучшей. Вот, и когда жена слушается, то муж всегда, любой мужчина, в принципе, он старается быть лучшим самым, это 100%. Когда мы почитаем друг друга выше себя и любим друг друга, да, значит, да, то любовь, она делает чудеса. Действительно, человек, он сделает намного больше, чем от него просят даже там, или ожидают. Даже, или даже он сам от себя ожидает вообще. Человек несравненно больше сделает, если он действительно любим. И вот почему мы знаем об этом, да, значит, на примере вот божественной любви, собственно, божественной любви. Когда человек осознает божественную любовь, что Бог любит меня, когда это осознаю, то я делаю несравненно больше вообще, чем даже сам рассчитывал сделать вообще, чем я, чем мой, ну, больше, чем свои, больше своих способностей. Я способен на чудеса. Любой человек способен на чудеса, когда он осознает, что его любят на самом деле. Вот. И почему Божья любовь, Божья именно любовь, она окрыляет христиан. Привет с Могилева, Божье благословение всем, Лариса пишет. Да, слава Богу, всем могилевским святым радоваться. Аллилуйя. Да, Могилев вспоминаю в молитвах тоже, да. Шалом, Сергей, здравствуйте все. Александр пишет, да, здравствуйте. Потому что мой последний приход в Брянской области был как раз на границе, рядом с границей с Могилевской областью, Костюковичский район. Так что бывал там в Могилеве, в Костюковичах, был тогда еще традиционным священником. Да, друзья. Слава Богу. Да, спасибо, Господь, за все, спасибо. И нам нужно осознать это. Вот я говорил, начал было говорить, да, эта мысль, она мне вот пришла снова и снова, когда вот прослушивал этого мусульманина бывшего. А как же любить, как церковь? Да, вот послушайте, я об этом размышлял раньше, но вот сейчас, прослушивая вот этого мусульманина бывшего, магу, да, значит, я... снова об этом подумал, да, вот, как вот 6 тысяч лет назад, без малого, да, люди, им не нужно даже было, в принципе, представлять, они четко понимали, да, что вот он женился на своей сестре, и сестра, допустим, она, что она вышла замуж за своего, значит, брата, вот, и, потому что других людей не было на земле, поэтому все дети Адама и Евы, да, потомство многочисленное все, сотни и сотни их детей, они переженились между собой, да, значит, и, но я так размышлял, стоп, а ведь нам сегодня, мы все, по сути, все равно братья и сестры, мы все равно все сыны Адама и дочери Евы, как говорится, да, от одной крови Бог произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, и нам действительно, да, вот, понимание необходимо, это очень необходимо,
что наши жены это еще и наши сестры. И сестрам понимание, что наши мужья, да, мужья, да, это ваши мужья, это еще и ваши братья. Вот, это понимание необходимо. Во Христе Иисусе это активизируется, во Христе Иисусе это обновляется, во Христе Иисусе это выходит на новый уровень совершенно. Что не только по крови мы, братья и сестры, но еще и в духе еще. Еще и в своем духовном естестве, это вообще потрясающе. Что не только мы по плоти крови, да, братья и сестры все, но мы еще и в духе, братья и сестры. И вот это вызывает тогда в нас такое чувство, лично во мне такое чувство, его трудно объяснить, даже описать, но какого-то особенного почтения, особенного такого уважения, не знаю, вот, особенного, несравнимого, что моя жена это еще и моя сестра, она сонаследница благодатной вечной жизни, она дочь Бога. И это производит во мне какое-то особенное такое действие, какое-то особенное отношение, особенное благоговейное отношение, да, что мы братья и сестры, да, мы брат и сестра, что мы еще не только муж и жена, да, значит, мы еще и брат и сестра, и не только по плоти, но мы и в духе мы брат и сестра, мы еще пред Богом брат и сестра, это потрясающе, и мы одно. И это вот производит такое действие в моем сердце всегда, вот, значит, когда размышлял об этом и прежде тоже размышлял, а как же заботиться как о теле своем, так и есть, да, вот и есть заботиться как о теле своем, как Христос заботится о церкви своей, да. Спасибо, Господь, тебе за все, спасибо, спасибо, благослови, Господь. Нет, эти темы, конечно, да, это темы глубокие, большие, это темы там отдельных проповедей и отдельного семинара даже. Володимир пишет: доброго Божьего вечера, дякую, дякую, доброго вечера. Слава Иисусу Христу, аллилуйя, аллилуйя. Привет всем святым во Львове. Кстати, Кифа воскрес, он сейчас здесь у нас в Киеве, ну, в Иванкове, да, у себя. Вот, и в воскресенье снова будет у меня здесь с утречка. В студии, будем так говорить, в моей здесь импровизированной студии. Вот, так что продолжим тему. Вот, я думаю, есть ему чем еще поделиться. Спасибо, Господь, за все. Спасибо за то, что ты, Господь, всех нас меняешь. И вот эта трансформация происходит, реформация в нашем сознании. Реформация какая-то происходит удивительная. Духовная реформация. Реформация в мыслях наших, в сердцах наших. Перемена сознания, изменение мышления, на самом деле, метаноя, вот это греческое слово, метаноя, изменение сознания, перемена мышления самого, происходит в наших судьбах, да. Спасибо, Господь, спасибо тебе, Святой, спасибо. Благодарю тебя, Господь, за все, благодарю, благословляю имя Твое, аллилуйя. И именно Иисус это производит. Действительно, удивительно, друзья, не религия. Христианство не может ничего доброго сделать. Ислам не может ничего доброго сделать. Любая религия, она, ну, частично может подлатать что-то, может, да. Любая религия, она может сделать частичный какой-то ремонт, какой-то, да, косметический ремонт. Знаете ли, стена подбеленная, как вот есть в Библии выражение, стена подбеленная. То есть стена, допустим, какая-то каменная стена, к примеру, да, вот из камней, которая уже требует ремонта, она уже, вот, уже нагибается, уже скоро завалится эта стена. А ее просто подбелили, просто, знаете, вот она просто подбеленная и выглядит как новая. На самом деле это все старое, и она скоро рухнет, эта стена. Но ее просто подбеливают, подштукатуривают, знаете ли. Или как, допустим, машину продают здесь, вот, допустим, да, значит, тоже поинтересовался, значит, там, и, ну и раньше тоже, на авторынках. Ну, здесь тоже ребята выставляют машины, здесь, да, тоже. Я подходил, тоже смотрел, интересно. И вот, и тоже я вижу, халтурит, но уже как бы уже имею какой-то опыт определенный, знаю, как вот здесь вот происходит все в России, в Украине. Вот машина уже гнилая, а ее раз там шпаклевка ее, значит, и красочкой пройдутся, и она вроде как новая. Вот, а видно, что, значит, там, значит, раз там, значит, есть несколько таких проверок. Я так раз глянул под коврик, все, ну понятно, гнилая машина. Напомните, где послушать свидетельство, о котором говорили, опоздала. А, это Александр Шевченко, служение Угол Министрис. Александр Шевченко, свидетельство бывшему мусульманину Магомеда, мага, и, значит, из Грозного, с Чечни, да, Чечен. Вот.
так можете набрать. Вот Александр Шевченко, бывший мусульманин, Магомед. Вот, значит, и очень сильное свидетельство, конечно, меня оно очень сильно просто... Я хочу своим родственникам, мусульманам, показать это тоже, значит, тем более, что мои братья, многие сестры, теперь двоюродные, вот троюродные, да, многие стали религиозными мусульманами. Раньше в советское время, да, вот, ну, 70-е годы еще были на дворе, да, 70-е годы были, середина 70-х годов, значит, и вот первый класс, до школы первый класс мы вместе ходили, значит, и ни о какой религии не шла речь абсолютно. Все были там октябрятами, значит, и ничего общего не имели мы, значит, там с религией абсолютно. Вот, а то, что, значит, наш дедушка Гали Ахмед, он у нас обрезал всех у нас мальчиков, татарских и еврейских мальчиков обрезал, это, ну, не знаю, воспринималось это просто как часть культуры. Ну, такая традиция, такая культура такая, допустим, да, и все. То есть это не было у нас связано там с религией какой-то, и все. Вот, и, знаете, прошли годы, теперь уже, конечно, уже далеко не 70-е уже годы, теперь уже, конечно, да, уже вот, уже все взрослые, всем уже за 50, и, знаете, но многие стали вот такими религиозными мусульманами. Я когда приезжал в Казани, был, допустим, у своих родственников, общался в набережных Челнах, по Татарстану, у меня там пол Татарстана родни, значит, да, родственников. И, значит, и знаете, Ибрагимова, Ахметова, там очень много родни. И знаете, сейчас смотрю, да, многие стали вот с ковриками молиться по времени, прям вот, ну, как положено там у них, по часам молиться. Вот, прям вот на Мекку коврик развернут. У Ренатки гостил, там, значит, да, у него дома. У него там в холодильнике все только халяль. Это наподобие кошер, наподобие кошерных продуктов, да. То есть все чистое только. То есть идет речь о ритуальной чистоте. Омовение, ну нет, я... Ну, хорошо, конечно, когда человек омывает себя часто. Хорошо, когда он следит за своим питанием, значит, да, и не ест все подряд. Это хорошо, это уважительно, да. Но, понимаете, дело в том, что... Вот сама вера людей, да, вот сама религия человеческая, да, она вот именно связывается с этими вещами. И человек видит именно в этом вот свою избранность, как бы, значит, и отделенность для Бога. Ну, это как в Ветхом Завете, знаете ли, как ветхозаветно такие представления. И они в исламе очень серьезные, очень серьезные, очень сильные. Я вот с Ренатом поговорил, да, и он даже свой бизнес переделал под халяль, все продукты эти, потому что... Ну, он хочет угождать Богу, он хочет даже в своем бизнесе, да, он хочет угождать Богу. Это хорошая мысль, это хорошая идея, конечно, но без духовного возрождения, без вот этого личной встречи с Богом, живым Богом, все превращается вот действительно в этот сбор ритуалов, традиций, культуры, которые держат очень серьезно человека. Заложником своим. И вот как Мага говорил Алексу Шевченко, очень серьезно, да, что ему, он ощущал потребность такую в личном, как бы, разговоре, да, в личном общении с Богом. И эту отдушину он нашел в личности лишь Иисуса Христа. Ответы на свои эти вопросы, потребности души он нашел только в личности самого Иисуса Христа, пережив с ним реальную встречу. Спасибо, Господь, тебе за все, спасибо. Благодарю тебя за Шевченко Алекса, благодарю тебя за эту программу, за Магу, благодарю тебя, Господь, за всех братьев, сестер, особенно за бывших мусульман, благодарю тебя, укрепи их, Господь, Боже, в вере, и пусть их свидетельства и свидетельства Маги и других свидетельства, они станут для многих-многих мусульман и христиан тоже таким вызовом, таким, как бы, вот призывом действительно опираться на веру, не на религию, основываться на веру, на живом Боге, на живых взаимоотношениях с живым Богом, а не на религии, не на традиции, не на культуре. Слава тебе, Господь Святой! Слава, слава, слава тебе и хвала! Благословенный Царь наш, благословенный Господь наш, благословенный Бог наш. Аллилуйя! Аллилуйя! Слава тебе! Слава, слава, слава! Аллилуйя! Аллилуйя! Слава! Слава Агнцу Божьему!
слава, слава Агнцу Божьему, возвеличен ты, достоин славы всей, велик наш Бог на троне. Поем тебе хвалу из сердца своего, велик и славен наш Господь. Аллилуйя! Слава тебе, слава, слава, слава! Благословен ты, велик и славен Господь наш! Слава Агнцу Божьему на престоле! Аллилуйя! Иисусу слава! Иисусу Христу, Спасителю нашему, слава, слава, слава! Спасибо, Господь, тебе за все! Спасибо, спасибо, спасибо! Благодарю тебя за милость, за любовь твою! Благодарю тебя, Господь, за эту благодать! Благодарю тебя, Господь, благодарю! Прославляю имя твое! Бог богов, Царь царей! Спасибо, Господь, тебе за все! Спасибо, спасибо, спасибо! Братья, сестры, сегодня тоже преломляю хлеб, рассуждаю об этом. Благодарю Бога за жизнь, благодарю Бога за вот эту трансформацию в нас, происходящую божественную трансформацию, да, реформацию, которая происходит от божественной любви. Потому что религия, она нас внешне, любая религия, христианство или ислам, любая религия, она внешне нас меняет. Да, она дисциплинирует больше или меньше. Вот христианство, допустим, в меньшей степени дисциплинирует, считаю. Хотя, смотря какое крыло христианства, какое направление. Есть в христианстве тоже очень довольно такие жесткие, такие, да, ветви направления. Вот ислам в целом, если брать по большому счету, в целом, да, более жестко, конечно, вот именно внешне меняет. Хотя тоже есть разные течения, разные ветви ислама. Есть хрислам вообще, вот, такое гибридное такое явление, такое, значит, да, от соприкосновения культур, религии рождаются какие-то новые течения. Но реальной переменой является не религия. Реальной переменой для человека внутренней является сам Иисус Христос. Является сам Спаситель, Сын Божий и Сын Человеческий. Является действительно Божья любовь. Именно от Божьей любви, в лучах Божественной любви мы меняемся. Изнутри, из самого естества, любовь именно она на самом деле совершает чудо в нашей жизни. Самое великое чудо. Ничто другое, ничто, абсолютно ничто. Любовь твоя, Господь, она совершает чудо это, да, в наших судьбах. И доказательством божественной любви для нас является действительно сам Иисус Христос. Потому что Бог во Христе примирил с собой весь мир, друзья, да. В Иисусе Христе Бог явил себя для человека. Бог совершил великое примирение на Голгофском кресте. Бог и человек, человек и Бог. Великое примирение состоялось. Но и не только Бог и человек, человек и Бог, а еще и человек, и человек. Потому что во Христе, на кресте Иисуса Христа, в Иисусе Христе, Бог убил всякую вражду. Да. И межнациональную, межрелигиозную, межкультурную, всякую-всякую вражду, всякую враждебность Господь пригвоздил на кресте. И кровь Иисуса Христа стала свидетельством божественной любви для всех нас. И свидетельством того, что примирение совершилось. Иисус, умирая, воскликнул: «Совершилось! Свершилось и чудо из чудес! Свершилось искупление! Свершилось великое чудо спасения нашего! Слава тебе, Господь! Слава, слава, слава! Благословенный Царь наш, благословенный Господь! Благодарю тебя за все! Благодарю! 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 Спасибо, Господь! Спасибо! Слава тебе, Святой!
Царь всей Вселенной. Спасибо, Господь, спасибо. Друзья, налейте себе тоже соку. И спасибо, Господи, за все, спасибо. Спасибо. Спасибо, Господь, за эту жизнь. И мы совершаем причастие каждый раз, рассуждая о божественной любви, рассуждая о спасении Господнем, о том, что Он совершил. Все совершил Бог, нам дал спасение. Аллилуйя! Дьявол побежден, и смерть не властвует теперь. Иисус Господь наш, о, аллилуйя! Бог наш Спаситель, и Он Царь царей. Аллилуйя! Все совершил Бог, нам дал спасение. Дьявол побежден, и смерть не властвует теперь. Иисус Господь наш, о, аллилуйя! Бог наш Спаситель, и Он Царь царей. Иисус Господь, Иисус Христос, Иисус Господь, Иисус Христос, Иисус Господь, Ты мой Спаситель, аллилуйя, аллилуйя. Ты мой Господь, Спаситель мой, благодарю Тебя, да, благодарю Тебя. И, друзья, давайте совершим причастие сегодня тоже. Возьмем хлебушка и нальем себе соку или просто воды. И совершим причастие, да, рассуждая о теле и крови Христа, о великом спасении, которое Господь даровал нам во Христе Иисусе. Перемена мышления, да, изменение сознания. Это все Христос, это все во Христе действительно происходит в нашей жизни, да. Когда Христос в нас, а мы во Христе, великое чудо происходит каждый раз в судьбе человеческой, когда действительно человек переживает встречу с живым Богом, с живым Создателем своим. Аллилуйя! Все совершил Ты, Господь, нам даровал спасение. Дьявол побежден, и всякая вражда пригвождена ко Христу. Да. Смерть не властвует теперь. Грех не властвует, нет. Проклятие не властвует, нет. Потому что совершилось чудо спасения нашего, да, во Христе Иисусе, Господе нашем. Спасибо Тебе, Господь, за все. Благодарю Тебя, благодарю. За Голгофу и за кровь я Тебя благодарю, Господь. Кровь Иисуса Христа, тело Иисуса Христа. Аминь, аминь, аминь. Доказательство божественной любви. Спасибо Тебе, Господь, спасибо. Поговори сейчас с Господом, поговори с Ним. Расскажи Ему все, расскажи, что ты любишь Его, как ты любишь Его, расскажи Ему все своими словами, просто поговори с Ним. Не во сне, а наяву, поговори с Ним. Поделись с Ним всем. И скажи Ему, что ты действительно просто без ума от Него. Господь, да, я просто обожаю Тебя, просто обожаю на самом деле Тебя. Без ума от Тебя. И спасибо Тебе, Господь, за то, что Ты без ума от меня. И Ты обожаешь меня, а я обожаю Тебя. Ты без ума от меня, а я без ума от Тебя. Я обожаю Тебя, Ты обожаешь меня. Господь, это так удивительно вообще. Так удивительно. И я принимаю причастие, тело и кровь Твои, да, вкушаю, рассуждая о теле Твоем, Твоем и крови Твоих, и провозглашаю смерть Твою, Господь, как величайшую победу. Аллилуйя! Спасен я кровью Твоей, Святой, телом ломимым на Голгофе, исцелен ранами Твоими. Спасибо Тебе, Господь, освобожден, да, Господь, благодаря Твоей крови. Только так, да, Господь. Спасибо, что и во сне, и наяву мы Твои, Господь. Я Твой, а Ты мой.
Да, Господь, спасибо Тебе за все. Тело Иисуса Христа. Аминь. Кровь Иисуса Христа. Аминь. Спасибо, Господь, Тебе за все. Спасибо. Спасибо. Казалось бы, простое таинство, но в нем столько любви, столько благодати Божьей. Спасибо, Господь. Да, хлеб, тело Иисуса. Аминь. Аминь. Аминь, 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 да, Господь, слава Тебе, слава, слава, слава. Ты Бог Святой, и Ты во Христе примирил с Собой весь мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения, и дал нам служение примирения. Господи, слава Тебе. И самым величайшим служением примирения действительно является таинство Евхаристии, хлебопреломления, потому что мы действительно говорим, что да, за нас пролита кровь святая Твоя. И кровь святая Твоя в наших жилах течет. И тело Твое, Христос, да, сегодня это мы. Я, Ты, Он, Она. Вместе тело мы Христа. Церковь Господа Христа. Аминь, аминь. Спасибо, Господь, спасибо, спасибо за все. Благословен Ты, Царь наш, благословен Господь. Благословляю вас, дети святые, дети Божьи, благословляю вас. Да, братья, сестры, благословляю вас. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир во имя Иисуса Христа. Аминь, аминь, аминь. Благословляю всех вас, дети Божьи, благословляю, благословляю. О, спасибо, Господь, спасибо. А наипаче благословляю Израиль, Иерусалим благословляю, снова и снова Иерусалим благословляю. Иерусалим, Иерусалим, да будет мир в стенах твоих. Аллилуйя. Дмитрий, аллилуйя, пишет, да, аллилуйя, да, слава Богу. Вас, скифою, мій син, якого ви скифою благословили, любить слухати і дивитися проповіді ваші. А, слава Богу, да, так що росте священник, да. Лідія пишет, амінь, 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 да. Друзья, благословляю всех вас, возлюбленные. Фу, спасибо Господу за все. Спасибо. Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца, общение Святаго Духа со всеми, со всеми, со всеми нами. Аминь, аминь, аминь. Благословляю вас, дети Божьи. Пусть и во сне внутренность учит нас, наставляет нас. Да, Божий Святой Дух благословляет. Да, да, добрый вечер всем, доброй ночи. Ну, а Свете добрый день, да, значит, всем, кто на том полушарии, всем добрый день, да. Вот, ну, а у нас, да, доброй ночи. Пусть Господь благословит всех нас. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя.